Антонио Конте. По-прежнему... Хоть и оставил, конечно, своим голом в самом конце первого тайма Маркос Алонсо шансы на... Мората! Мората разворачивает атаку. Доминирует. Диктует свои условия сопернику. Феликс Гёце. Коронован был Ренато Санчес вместе с командой Португалии. Он ударами, в том числе и ударами о себе заявил. Мората. Феликс Гёце. Наказан фолом и негодует. Баварский. Фикайо Томори вышел по 31 номерам. Вместо нарушения правил Альваро Мораты. Мы теперь видим на левом фланге Виктора Моузеса. И Куман встретился с мячом. Моузес. Мората. Пожалуй, что здесь максимум, что можно было выжить для своей команды, это заработать угловой. Альваро Мората это и сделал. Сеск Фабригас опасно как подает. И буквально в конце, на последней минуте компенсированного времени первого тайма. И вот на 85-й после... Ну, по сути дела, два мяча по одному в концовках. И первым длинным острым пасом падает Мората. Из-под него пытался мяч выбить Матс Хумельс. Буря эмоций вызывает... Честно говоря, тоже.